Однозначно самым популярным и эффективным сидератом является горчица. Она неприхотлива, очень позитивно сказывается на культивируемых растениях, избавляет почву от сорняков, грибка и других вредных микроорганизмов, а также очень сильно улучшает состав почвы. Горчица наполняет структуру почвы фосфором и гликозитами. Они угнетают рост сорняков и одновременно оказывают питательный эффект на культурные сеянцы. В горчице очень много эфирных масел, которые защитят участок от грибков, вредителей и болезней типа корневой гнили, парши и прочих. Все это улучшает качество почвы и готовит ее для новых посадок и хорошего урожая. А еще горчица удерживает в почве азотные вещества, поэтому выщелачивание грунта не происходит. Ну и дополнительным бонусом будет то, что растение горчицы задерживает в земле влагу и делает ее пригодной для ранних весенних посевов. Высеивают горчицу обычно по осени, по мере уборки урожая. Как только участок освободился, сразу высеиваем горчицу. Это сразу восстанавливает почву и обогащает ее всякими плюшками для растений. Если же решили делать это по весне, то засеивать ее надо в апреле, когда на улице устоится температура не менее 10 градусов тепла. В этом случае после уборки урожая горчицу надо снова посадить. Некоторые дачники просто закапывают семена горчицы в разрыхленную землю уже в конце ноября, где семена находятся до самой весны и не прорастают. Зато когда начнутся первые потепления, они оживут и дадут всходы. Но в этом случае их надо заглубить не на 1-2 сантиметра, как при обычном посеве, а поглубже. Попробуйте один раз засеять горчицу, и результат вас очень приятно удивит.